Ебать, что? Чё, блядь? А чё на... А чё на за... Что, что это? Что это? Что это? Что это? Чё происходит? Чё это было? Лист? Еда? Я понял, что это крыса. Но почему она заорала, пи-писькнула, подпрыгнула, я не понимаю. Это девушка заорала? Ебанушка, блядь. А это что летит? А, да? Ой-ой. Ебать. Мы с братишкиным, я думаю, если когда увидимся после карантина, у нас также встреча будет проходить. Также на нахуй, блять. Кто не смешной, сука? Блять, сейчас пул сломается, как обычно. А, нет? А, она упадет. Ну да, все вместе. Если его разъебало просто, я не знаю, растянуло. Ебать, что? Это две машины воссоединены воедино? Ебать, туловище едет. Бабка? А, да? Okay, guys, hear me out. So this cup just fell from my counter, and it didn't break. Сейчас разобьет. Try this out again. Типа стакан, который якобы не разбивается, что ли? Типа его можно кинуть на пол, он не разобьется, а в итоге он разбивается. И вот сейчас разобьется. Ебать. Ебать. Чё, капусту жрет? А, да? Бля. Лучше бы он там и оставался в этом яйце, чтобы не видеть окружающий мир. Бля. Вот мерзли. Че? Наисполнялся. А чё, как произошло-то? Бля, дедушка. А! Чё, блядь? Да блин, это было уже 1000 раз. Тун-тун-тун-тун-тун!
Uncle Mo's your tuna. I just wanted you to watch me dissolve slowly in a pool of your love. Для палец, блять. О, улиточка, да, она. Кто был вчера на стриме, на ГГ, точнее, тут поймет. Бля, мне сегодня такой сон приснился, просто ебейший. Его там ничего такого прям ужасного, но он максимально странный и непонятный. Мне приснилось, короче, что я с кем-то полетел в Америку. Точных подробностей не помню, да? Но помню самое основное, из-за чего я рассказываю этот сон. Я прилетаю в Америку, а там, знаете, вот этот паспортный контроль-то в аэропорту. Я приземляюсь, значит, выхожу из самолета, иду по аэропорту с кем-то, с каким-то, я не знаю, может, Антоша был, я хз. И тут я такой останавливаюсь, потому что я понимаю, что, оказывается, паспорт, который у меня с собой, не мой. Это не мой паспорт. Типа, у меня был паспорт, угадайте кого? Гагатуна! Почему он? Я не знаю. Я такой, бля, чувак, у меня паспорт Гагатуна. Как мне сейчас? Как я пройду паспортный контроль? У меня паспорт Гагатуна, бля. А это я КСТ. А, да? Я, возможно, ты, да. Вот. И такой... Я открываю, там, ну, открываю паспорт, а там, ну, там его фотка, как бы лицо, Гагатун, блядь, он там в очках такой. И мы такие стоим с моим этим, блядь, знакомым. И такие думаю, да ладно, чё, ну, типа, прокатит, ты на него похож. Я такой во сне такой думаю, блядь, в смысле, я на Гагатуна похож, чё, неужели всё настолько плохо? И типа, меня больше это расстроило, что я похож на Гагатуна, блядь. Ну, потом, вроде, мне удалось всё-таки пройти паспортный контроль, блядь, с паспортом Гагатуна. Вот. И всё, и хорошо всё, да? Бля, какая хуйня, господи. Почему он? Причём тут вообще Гагатун? Я даже не вспоминал о нём, там, не знаю, последний уже, наверное, месяцев полгода. Как он оказался в моей голове, в моём сне, я просто не понимаю. Серьёзно? Причём тут он вообще? Гагатун какой-то. Кого, блядь? Я хочу... Ёбаный свет! Ба, что за игра? Так же хочу машину мять. Ебать уши. Что-то худой пес какой-то. Порода такая. У, сука, блядь. Ебать, как в мультике прям. Окей. Who the fuck? Да-да-да, на Twitch пытается вернуться. А? My cat on the Z-axis. Чё-то не очень. Чё, блядь? У, сука.
Чего? А, да? Пау-пау. Вы все убиты, кстати. Слышь, пацан, или может не пацан, запишись, не ленись на канал. Лайк поставь. Если что, он выглядит. Чё, блядь? Палец, который направлен вверх. Чё, блядь? Я не понимаю. Писался.